это прав союз. Это прав союз. Это прав союз. Так, где-то я с собой бумагу брал, есть тыкачки. Все в грибах. Масляшек. 2 рубля. Это видео. Это видео? Это видео. Надеваемся, раздеваемся. Давай. Ха-ха-ха. Лена, Лена, ты аккуратно. Катя в глаз не ткни. Давайте что-нибудь попить. Сейчас. Пить охота. Что пить? Сейчас я пью. Водка, солнце. Сейчас я. Давайте быстрее налетайте. Сколько тут грибов, немерено, немерено. Все в грибах. Так, ладно, ребята, у нас сегодня классное профсоюзное мероприятие. Мы сходили на тропу здоровья. Профсоюзы «Здоровый образ жизни», за профсоюзный образ жизни. И сегодня мы с вами поговорим про язык жестов. Не говори. Когда-то наши первобытные предки... Давай я сам буду. Когда-то наши первобытные предки, они легко общались с помощью языка жестов. Вы понимали друг друга, да? Что такое жест? Жестикуляция. Движение руками. Просто логика у тебя зашкаливает вообще. Головой. Это мимика. Мимика, абсолютно верно. И тело, да? То есть, когда я говорю жест, я буду подразумевать не только, что это движение руками. Средний палец покажи мне на камеру. Вот. Мы будем говорить о том, что жесты — это все что угодно. Это поза ваша, это ваша мимика. Это невозможно будет сделать без жестов. Ну попробуйте рассказать о своей победе или там еще о чем-то, не используя вообще никаких жестов. Или какую-нибудь просьбу. Конечно. А почему чаще всего мы считаем, что жесты — это руки? Потому что легче всего показать руками. У тебя надолго там? Потому что руки больше всего используются. Да, потому что руки — это когда мы стали использовать наши руки. Руки — это руки. Орудие труда. Это следующая была ступень эволюции, когда мы отошли от обезьян, мы стали использовать руки. Мы взяли палку, плуг, это и стали использовать. Поэтому сегодня реально жесты, брали палку. Это, да. Поэтому жесты — это сегодня всего... только отошли, что ли? Жесты мы чаще всего ассоциируем с движением рук. Итак, давайте сейчас мы встанем. Давайте не встанем. Не встанем. И что? Я предлагаю сейчас. Ничего страшного, в камеру. А, да? Вы вставайте вот так в линию, чтобы вас было видно. И сейчас мы с вами немножечко разомнемся, чтобы их было видно хорошо, ладно? Пите на костер. Итак, сейчас мы с вами разомнемся с помощью жестов. Не забывайте, что жесты — это не только руки. Вы можете использовать свою мимику, полностью тело, да? Полностью тело. Покажите мне, как вы требуете. Зовете. Кого? Зовете. Прогоняете. Угрожаете. Ну, он туда брызг надо. Просите. Отказываетесь. Восхищаетесь. Раскаиваетесь. Пугаетесь. Приказывайте. Да. Подбадриваете. Огорчаете. Удивляетесь. У тебя сколько там еще? Радуетесь. Соглашаетесь. Все, молодцы, можете съесть. Заметьте, что... Заметьте, что одними даже бровями можно выразить некоторые эмоции. Особенно моими.
мои нежно бьют, вот оттуда. Язык жестов, он универсален, он понятен людям, даже если они разговаривают на разных языках. Да? Жесты могут стать частью вашего индивидуального имиджа, частью вашего профсоюзного имиджа. Вы можете придумать какой-то жест, благодаря которому у вас будет запоминать ваша аудитория. Одна и та же фраза, произнесенная с разными жестами, может быть воспринята по-разному. Давайте теперь я вот встану, да? Я постараюсь произнести одну и ту же фразу, но при этом я буду использовать разные жесты. Посмотрите, когда вам было бы легче выполнить мою просьбу. То, что я буду говорить, делать не нужно. Вы должны просто смотреть. Я постараюсь максимально с одним и тем же выражением лица, одним и тем же, с одной и той же интонацией произнести три фразы. А потом я вас спрошу, во время какой фразы вам было бы легче выполнить мою просьбу. Итак, я попрошу тех, кто сидит слева, встать и пересесть направо, а тех, кто сидит справа, встать и пересесть налево. Нам это я делать? Попрошу... Ты слышал задание? Нам не надо. Я попрошу тех, кто сидит слева, встать и пересесть направо, а тех, кто сидит справа, встать и пересесть налево. Я попрошу тех, кто слева сидит, встать и пересесть направо, а кто сидит справа, встать и пересесть налево. Во время какой из этих фраз, первой, второй, третьей, вы бы легче согласились выполнить мою просьбу? Первая. Первая. Палец это указывает на... На то, что у тебя есть палец. Типа я сказала, делайте. Это приказ. А первое, чем от второй отличала, заметили? То, что просьба. Да, все верно. Когда я первый раз сказала, что я вас попрошу встать и пересесть направо, это что за жест? Просьба, мольба. Жест просящего, да? Просит милости, у него вот этот жест открытый вверх ладони. Поэтому, если вы обращаетесь к кому-то с просьбой, то он гораздо легче согласится, когда вы будете держать ваши ладони вверх. А во втором случае что было? Ладонь была вниз, да? Почему вам хуже хотелось? Какое-то указание, да, указ? Да, потому что когда вы сидите... Это что за жест у вас такой ладони? Ленин. Гитлер. Гитлер, какой Ленин? Гитлер. Это жест нацистской Германии. Он по-другому называется жест силы. То есть это ладонь, обращенная вниз. Представьте, если бы Адольф Гитлер выступал так. Другой эффект, правда? Палец. Может, за ним был гостин народ. Указывающий палец, да? Указательный. Указатель. Указывающий. Указывающий жест. Указательный. Почему он особенно неприятен? А? Говори. Потому что когда нам тыкают, это прямой приказ. Ну-ка иди там, как ребенку говорю, ах ты вот такой сякой, да. И когда даже мы взрослые, когда на нас показывают пальцем, это сразу становится неприятным. И мы с гораздо большей неохотой выполним эту просьбу, потому что мы воспринимаем ее как приказ. А, ну ладно, хорошо. Итак, у нас есть одна игра, да? Мне нужно использовать... Только жесты. Мы вообще не говорим, что это за игра. Это игра крокодил, да? Но поскольку у нас профсоюзное сегодня мероприятие, то это будет профсоюзный крокодил. Ваше мнение? Мое мнение, профсоюз – это вообще круто, вступайте в профсоюз. А Чарли? А Чарли – хорошая это собака, хорошая, верная. Что вы скажете о молодых девчонках? Молодые девчонки горячие, молодые и симпатичные, и в общем, ну короче, это, вступайте в профсоюз. Хорошо, молодец. Иди к молодым девчонкам. Фокусируется только на... И пусть говорят, что молодежь не та, возьми своих ребят, и пусть говорят, что молодежь не та, с нами профсоюз в пути, в цели будем мы идти. Сергеевна, ваше мнение? Раскрученная. Сегодня группа. У нас отличный сентябрьский денек, хотя и обещали непогоду. Немножко капал дождь, совсем чуть-чуть, но тем не менее мы собрались. Нас вот 6 человек вместе с собакой 7.
Мы очень классно сходили в наш третий пеший поход по трассе Зверосовхоз, пофотографировались на пещерах, во время осенней прогулки на фоне желтой листвы, на фоне желтых лиственниц, очень красивого осеннего леса. И я рада, что именно этой компанией, этими людьми мы оказались здесь, сейчас и сегодня. Так, дальше ваше мнение. Сейчас. Кроме фото. Видео. Саша Черников, что мне скажите? Саша Черников, пожалуйста, ваше мнение. Я классный парень. Я их люблю. Это не говори. Пофотаться. Ну-ка дай-ка с этими сестрами. Убери. Я видео сняла. Выключи это. Золотая осень. Саша фотает меня. Все фотают меня. Я чувствую популярность. Ты лучшая. Что было у меня за последние три дня? Дождь, листья падают. Что еще сказать? Дымок, мы делаем огонь. Да, это так романтично. Смотри, я тебе такие клипы говорю, а ты такая спишь. Елена, получилось, кстати. Все, я больше сказать нечего. Это все очень-очень-очень-очень субъективно.